Сейчас я расскажу тебе про привередливое кольцо в физике. Поехали! Если у нас есть шелковая нить, на которой висит кольцо, и мы начинаем вносить магнит, то кольцо данного магнита будет отталкиваться. Почему? При внесении магнита число линий магнитной индукции, которые пронизывают контур нашего кольца, будет увеличиваться, а значит магнитный поток через нее будет возрастать. Значит, в кольце будет возникать индукционный ток такого направления, чтобы его вектор магнитной индукции противодействовал изменению внешнего поля, то есть он противодействовал возрастанию как раз-таки линий магнитной индукции. Значит, ток будет направлен таким образом, что линии магнитной индукции будут направлены для кольца как раз-таки вправо. И можно, скажем так, сказать, то, что здесь у нас будет северный полюс, а здесь у нас с вами будет южный полюс. Одноименные полюса друг от друга отталкиваются, поэтому кольцо будет отталкиваться от магнита. Аналогично, если вы будете выносить магнит из кольца, у вас здесь появится южный, а здесь северный, и кольцо будет притягиваться уже к магниту. Это и можно назвать привередливым кольцом. Куда магнит, туда кольцо.